Привет, друзья! Сегодня мы поговорим об обогревателях более подробно. О устройстве обогревателя, как его правильно устанавливать, какие они бывают, плюсы и минусы. С вами Акварий и я, Валерий Иванцов. Поплыли! Для создания комфортной среды обитания рыб, их здоровья, в список обязательного оборудования для аквариумов входит обогреватель. В каких же случаях необходимо ставить обогреватель? Если в аквариуме живут тропические рыбы, а в помещении холодно, особенно в межсезонье, когда отопление уже выключили, а температура в помещении еще прохладная, нужен для стабильной температуры в аквариуме, особенно в маленьком. Некоторым видам рыб изменение температуры даже на пару градусов очень вредно, поэтому нужен обогреватель. Также обогреватель создает ток воды, что является профилактикой застаивания воды. Существует несколько видов обогревателей. Проточный обогреватель. Вода проходит через него, а внутри находится нагревательный элемент, который подогревает воду. Из плюсов у него обычно достаточно высокая мощность, из минусов высокое потребление электричества. Также бывают погружные обогреватели, а именно стеклянные из ударостойкого и жаропрочного стекла, и пластиковые, более продвинутые по сравнению с первым, так как более компактны и менее подвержены повреждениям. И универсальный с титановым элементом подходит для всех видов аквариумов и больших, и маленьких. Также бывают мини-нагреватели. У них плоская форма, помещается в любое место, даже под грунтом. Бывают внешние нагреватели. Устройство встраивается во внешний выносной фильтр. То есть вода будет не только нагреваться, но и очищаться. Также бывают донные обогреватели, которые бывают в виде кабелей, которые прокладывают перед тем, как засыпать грунт. Как же выбрать обогреватель? Нагреватель должен иметь термостат, что позволит поддерживать температуру. Когда нужная температура будет достигнута, он отключится и снова включится, когда остынет. Бывают обогреватели с принудительным отключением, когда нет воды. В комплекте к обогревателю должен быть крепление к стеклу или защитный чехол от повреждений. Мощность обогревателя – это один из самых важных показателей при выборе обогревателя. Мощность должна быть примерно 1-1,5 Вт на литр. На 100-литровый аквариум обогреватель должен быть от 100 до 150 Вт. Итак, как же правильно установить обогреватель в аквариум? Как установить обогреватель? Можно ставить как вертикально, так и горизонтально. Запрещено ставить в песок, можно повредить. Вода должна быть выше минимального уровня погружения. За этим нужно следить, так как уровень жидкости из-за испарения падает. Желательно крепить место, где есть постоянная циркуляция воды. После установки необходимо подождать 15 минут и включить его. И в заключение, герой нашего рассказа обогреватель совершенно необходим при лечении рыб от различных заболеваний и их профилактики. Но об этом в следующем ролике. А на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, переходите в группу ВКонтакте. Пока!